друзья! С вами сегодня, как всегда, Кофе, Эксайл и Клэнс. И сегодня, ребята, по вашему заказу мы продолжаем проходить суперадские уровни в такой игрушке, как ПННР. И уровни непростые, уровни сделал, так сказать, я. Это как GTA, беги или умри, нам нужно подняться наверх, и там сразу будет... Да, и я вам все объясню, ребята, в общем, это уровни от Ильи, именно он их построил, поэтому... А, это как тренировочка такая, да? Давай. Ой, нифига. Нет, поднимайся. Паша! Паша! Прыгнись! Как пройти здесь? Подожди, стой! Стой, здесь надо высчитать тайминги. Блин, Илья, что ты такое построил? Погнали. Меня вообще раскочеврижило. Так, а что, куда дальше? Направо, брат. А можно было пораньше сказать, что направо поворачивать надо? Я просто спрыгнул вниз. Понятно? Просто понятно. Так, а жизни у нас бесконечные или нет? Да, жизни бесконечные. Все, это меня радует. Так, ладно, по левой стороне. Так, бежим. Бегом. Так, тихо. Вот здесь вот так, все, я в укрытии. Так, теперь надо как-то перебежать вот под тот трамплин. Нет, не сейчас. Вот сейчас. Они лопаются, да? И ты давай, брат. Да, там еще кислота, которая... Так. Я это сделал. Но, ребята... Нужно потрогать сосиску. Надо потрогать сосиску? Обязательно. Как ее потрогать? Обязательно. Я еще надо как-то... Брат, подожди. Нет, куда? Так, ну, ребята, это был только первый уровень, сделанный как бы Ильей. Ясненько, понятненько. А сейчас, ребята, начнется настоящая дичь. Ребят, обратите внимание на название. Как вы понимаете, это... Азиатские дырочки. Нет, только о, нет, да, пожалуйста, нет. Олег, дырочки на азиатских дырочках. Так, подожди. Я вот, брат, так, ладно, со стороны этого вроде бы выглядит не все так как-то это, не все так плохо. Поскольку я только начинаю делать уровни, просто дело в том, что здесь нужно головой проходить. Я буду на некоторых этапах я буду говорить, что делать. Так, хорошо. То есть здесь нам надо голову так вот кинуть вниз. Я не знал, как меньше щель делать. В смысле? А как? Подожди! В смысле? А тут точно, брат, надо головой пройти? Я могу проползти тут как бы такая... Не, брат, ну здесь... Слушай меня, делай как я. Так, погоди, стой. Вот так, брат, вот. Так она сама упала, блин, так, ладно. Брат, по правой стороне проходи, там платформа, она, короче... Тихо. Да блин! Вы издеваетесь, а? А где чекпоинт? Можно поинтересоваться, пожалуйста? Верите, брат, там еще нужно уважаемый... Да блин, да почему я все время вот так вот трехочково избиваю, все время в дырень вот эту попадаю? Так. Тихо-то. Они как-то по таймингу открываются или из-за того, что мы на них находимся? Нет, просто на них находишься, они открываются. Так, бегом. Не, брат, так здесь тихо проходи. А, ну здесь тихо, спокойно, то есть надо по таймингам все так же просчитывать. Жди, пока она там туда. Так, все, хорошо. Да как такое могло произойти? Так, ладно. Ты что выдумал вообще? Реально, ты что вообще придумал здесь такое сделать, Илья, а? Ты нас решил тут... Аккуратно. Жди, каждый раз жди и проходи. Да я же говорю! Да я подождал, я должен был! Я должен был! Смотри, одну подождал, прокатился, Ну я понял, я понял, как это все работает. Сейчас все будет, не переживайте, молодой человек. Сейчас все устрою. Сейчас все пройдет. Вот, смотри, и вот так вот. Раз. Тихо, как раз, это страшно. Как раз, это страшно? Там миллиметр просто, мне кажется, от этого молота, от этого топора. И теперь вы подскочите наверх, и нужно попасть в дырочку. В дырочку! Нет! Я попал в дырень, но я ударился в трубу. Пипец! А у меня получилось. Брат, ну это креативно. Ну это безумно сложно. Брат, я старался. Это очень круто. Мне вот этот элемент очень нравится. И знаешь, в принципе, там, раньше... И там их будет, брат, очень много. Раньше я такого не видел вообще в БННете. Вот, я просто сам придумал, я ориентировался на карте. Нужно попасть вот в эту дырочку. Тихо, и вот так. Так, я, ладно, подождите, а дальше-то, как здесь, Илья? Я скажу, подожди. Ну ладно, ладно. Я сделал! Да! Я прошел, пацаны, я попал в дрень! Я попал в дрень!
Может, да, я что понимаю, что чувствует Серега. А на что я нажал? Подожди, на что я нажал? Тихо. Что я делаю? Брат, ты видишь, что я сейчас изображал вообще? Подожди, сейчас, секунду. Хорошо, дырочку мы прошли. А дальше, как вот это на массе? Что это такое? Что это такое? Я тебе просто, брат, показываю, что я туда не пойду. Перепрыгивай, перепрыгивай. Хорошо. А что у меня персонаж не идет? У меня не хочет, пацаны, двигаться. Алло, Почему он не хочет двигаться? Он стоит на месте. Во, все, другое дело. Так, иди, хорошо, босс. Паша, да, здесь, здесь главное не потерять руки и ноги вообще. Да. Потому что нужно взять вот эту штуку. Ну я ноги. Я ноги уже потерял. То есть, как и без ног, я. Все, тебе нужно на Enter, ты не пройдешь. Здесь нужно взять штуку. Нет! Так, ладно, хорошо. Одно. А если я одну... Аккуратно. А, блин. Через одну просто перепрыгивай. Через одну, брат. Я знаю. Вот так. Ну, все, я аккуратно. Подожди, как это работает? На Е? Нажми Е, на Е. Тихо, так ты издеваешь. На последнем лазере просто упасть. Как так? Так. Паш, можешь прыгать вперед. Вот по этим, по квадратикам. По квадратикам. А теперь что? Брат, а теперь что? Бери и прыгай по квадратику. Ой, здрасте. Все, собрались. Нет, здесь... Тихо. Только одна работает, брат, это прикол такой. Держи. Так, то есть смотри, мне надо вот эту взять. Надо прыгать по квадратикам. По квадратикам, что? По квадратикам. Ты, брат, нормальный вообще, а? Ты норм. Так, погоди, стой, по квадратикам. Вы издеваетесь. Пацаны, где мой этот самокат? Это не самокат. Как называется эта штука? Как называется эта штука? Я забыл. Ребят, если вы помните, если вы знаете, как называется вот эта прыгающая фигня, то напишите в комментариях, потому что я не понимаю, брат, как? Как это? Изи, брат. Здесь надо пристручиться, так сказать. Так. Так. А, переключись. Так. Тихо. Там поначалу да, так сложно. Да! Я взял чекпоинт! Мне так приятно на душе, как ты радуешься, что ты берешь. Ну это потому что потная дичь, это реально, я не понимаю, брат, как тебе в голову вообще пришло. Со стороны, знаешь, когда мы подключились к серверу. Я прям перед собой чекпоинт. Ну ты даешь! Не, ребят, просто прикол в том, что когда мы только присоединились к серверу, когда я только увидел, что как бы, ну, вроде со стороны ничего сложного не было. Но потом, когда я увидел, что мы вообще должны тут сделать, то это реально сложно. Так, брат, а дальше? Сейчас ты дальше туда? Вообще охренеешь. Так, дальше. Я разбился. Ладно, попробуем еще раз. То есть тут нужно четко попадать, получается, вот на эту плоту, да? Вот так вот, чтобы не ломать ноги. А теперь на больших квадратиках. Брат, смотри. Сейчас, погоди. Там нужно попасть в дырку. Стой, не прыгай дальше. А я вижу, я понял, куда там надо попасть. Там нужно попасть между мясорубками сначала в первую дырку, а потом во вторую. Да ты чё? И потом больной в просто! Да, просто больной реально. А дальше куда? Дальше нужно прыгать в вагоне, там надо попасть в дырку. Там их две. Да! 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 Я попал! О! Я попал! Да! Я тоже, брат, я, правда, немного там, подгорел, там, как кстати, бы, но... Там, кстати, блин, я очень надеялся, что ты не в ту дырку залетишь. А я в ту попал, брат! Потому что одна дырка фальшивая, а другая... Ну, здесь, на самом деле, не важно, можно брать курицу, а можно не брать. А, слушай, курица-то сейчас пропадет, по идее, да? Ой, тихо. Да, нет, она пропала. Здесь можно не брать курицу. Здесь так, ты мог еще быстрее его поставить, а? Вот чтобы еще быстрее он передвигался. Брат, видишь, стоит слева, посмотри прямо, посмотри. Куда посмотреть, я не понимаю, брат. Вон, видишь, вон там, вдалеке, видишь что? Ой. Ты куда-то упал? Я упал вниз. Ну, я вижу здание вдалеке, да. Нужно с молота попасть туда. В дырочку. А где дырка там, погоди? Ну, там будет финиш. Там финиш уже, да? Да. Ну, слушай, уровень... Да блин, я зафейлил. Официально, здравствуйте. Слушайте, ребят, ну это, я признаюсь, это очень крутой уровень, брат. Я прям, знаешь, прям вот сейчас очень рад за то, что ты сделал такой реально офигенный уровень. Я старался, брат, 2 часа сидел. Тихо, молодец. Ребят, надо за это поставить обязательно лайк и подписаться на канал. Да. Спасибо. Я знаю, что ты любишь эти молоты, у тебя с ними большие проблемы, поэтому как финальный элемент. Я, понимаешь, я не могу наладить с ними контакт, они недолюбливают меня, отвечаю. Под молот подпрыгнуть вот так вот, тебя должно унести, понял, Паша? Унести тебя должно куда-нибудь. Вон, видишь, там это здание такое, вот небольшое, и там будет финиш, и нужно прям подобрать такой угол, чтобы улететь. Я понял. Ребят, вот здесь, походу, мы надолго. Стой, а я
смогу пролететь, получается, посмотреть, где вообще финиш находится, потому что я пока понятия не имею. Да ты чё? Подожди, ты, мне... ты прям туда должен лететь. Мне интересно, где находится финиш. Я просто пока его реально... Подожди, он прям наверху на здании, да, находится? А, да. Пацаны. Это, там вот, видишь, там как дырка она. И как, типа, загладить ох, нужно туда. А, загладить. Чё, нравится? Про... А так. Я-то умею гладить тут. Так, так. Я-то тут погоди. Умею. Уи! А! Что? Нет! Я по... Во, у меня только сейчас прогрузилось, прикинь, сверху вот эти объекты. Серьезно? У меня они, да, я поэтому и не понимал, я поэтому и смотрел все время на небоскреб и думал, что туда надо. А как загладить туда? Ты больной, брат, ты что сделал вообще такое? Ты что сделал вообще такое? Господи, господи, ребята, это полная дичь, это полная дичь. Брат, давай, даю тебе... 10 попыток. А, 10 попыток, серьезно? Если ты за все 10 попыток, то что? Если ты, то тут просто нужно найти правильный угол. Вот знаешь, типа предыдущие элементы вот твоего вот этого скилл-теста азиатского, да, они проходились более-менее адекватно, как бы спокойно. А здесь! Но ты думаешь, перед финишем я думаю, что ты должен сделать легкое, по-твоему? Нет, конечно, нет, конечно. Я понимаю, что на финише должны быть всегда самые сложные элементы. Ну, как бы, брат, просто так. Как это? Брат, я долетел. Серьезно? Ты уже там? Да капец! Я просто встал туда, куда надо. Ну, я понял. А, то есть у вас как бы... Вот, видишь, а я стою там. Да, ты понимаешь, я встаю на него, и он из-за того, что он супер быстрый, он меня просто откидывает влево и немного просто... Ну капец, ладно, сейчас... А нужно... Сколько тебе надо было, Илья, тебе надо было поставить чекпоинт. Мне кажется, подпрыгнуть надо. Мне кажется, Илья... Нет, я как раз таки, чтобы каждый раз веселись. Спасибо, брат, спасибо. Вот я как раз таки про это и говорил, что тебе надо было поставить чекпоинт вот тут, чтобы мы не ходили. Я сейчас, кстати, знаешь, что меня Моут отправил на самый старт. Я прям до самого старта долетел. Я вот прям на самый первый чекпоинт. Так, ладно. Да! Ребят, давайте наберем 30 тысяч лайков под этим видео. И я постараюсь опубликовать этот уровень в воркшопе. И вы все сможете поиграть и на нем. И не только, ребята. И тогда мы сделаем еще круче уровень. Еще да, сложнее уровень. Где уже будем вместе делать как бы. И сделаем какую-нибудь прям полную зарубу. Быстрее, которую будем проходить на протяжении часа. Где будем жестко потеть. Господи, мне кажется, что мы тут тоже, смотри, у меня вот идет отсчет времени, я не знаю, как я включил эту функцию, я потому что пытался ее выключить, и я не понял, как это я сделал, куда я нажал, но уже мы сидим тут, получается, почти 800 секунд, то есть это сколько? Это уже больше 10 минут. Смотри, рассказываю секрет небольшой, нужно вот так вот подползти и удариться об мол. Ага. И уже, как удариться именно? Так, давай. Уже решать вам. А, то есть тут он это? Нет. Нет! Да как? Да чё за... Да что за реально такая? Так, ладно, ребят, ну вы сами видите то, что это нифига просто не проходится. То, что пока ты дойдешь до этого молота, пока ты еще тут это правильно тут пристроишься. Так, ладно, я понял. Я понял. Секрет это главное, правильно пристроиться, и все будет хорошо. Давай, давай! Я перелетел его, нет! Да, я перелетел его, ты прикинь! Мне прям чуть-чуть оставалось, я прям бибусь, да, господи! Ладно, хорошо, я принимаю вызов, брат, ща пройдем, ща, don't worry, be happy, это я сам себя успокаиваю, за что... Ой, Паша прилетел! А нет! А нет! А нет! Вот сейчас! Да я снова перелетаю! Какого фига? Ты правильно делаешь, надо подпрыгивать. Да. Я уже это понял, я уже просек фишку, как это все работает. А я финиширую, походу. Да, в смысле? Тихо. А где я? Я в текстурах застрял, приколись. Меня, пацаны, понимаете, вот этот пропеллер, на котором мы должны подскакивать, получается, он меня просто разрубил, понимаете, да? Сегодня мой день. Сегодня просто мой день. Как бы я совсем лажу. Никогда не рубил меня. Так, все. Все, вот сейчас, пацаны, даю вам гарантию 100%, что сейчас пройду. Это 1000, да? Давай. Я вообще не долетел, тот в смысле? То перелетает, то долетает. Как? Как? Ладно, так, сейчас... Да... Это сложно, ребят. Если вы реально думаете, что это просто, это нифига не просто, потому что тут играет великий рандом, который не играет сегодня в нашу сторону. Нет, на самом деле нет. На самом деле нет. Тут есть позиция, которую я не покажу. Ага. Секретики, значит, да? Секретики. В которой вот я... Олег, класс.
брат, помоги. Спасибо. Нет, чтобы взять меня за ноги, оттащить оттуда, понимаете, как бы, да? Я понял. Все с вами понятно и ясно. Так, окейюшки. Блин, я просто окей, так, все, хорошо. Смотри, брат. Ай! Нет. Я в текстурке сейчас. Так, смотри, показывай один раз. Давай. Сейчас. Ну, да, ты не бей ты меня. Так, не. Брат. Где ты? Ты все, полетел? Я вообще, я дотронулся, короче, немножко перелетел, совсем чуть. Так, смотри, я показываю один раз, как это делается. Да! 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 Брат, подожди меня! Давай, Паш, чуть-чуть ближе, вот на таком расстоянии, вот на таком. Ближе. Нет! Что? Что ты сделал? Я подошел к дырке! Я подошел к дырке, которая там стояла! Он у меня споткнулся об нее и упал вниз! Серьезно? Серьезно, пацаны? Это нифига не шутка! А почему? Как? Почему? Как? Ну ладно, я сейчас на изи. Ай, нет. Во! Прям в дырку! Во, прям идеально, Олег! Прям идеально, друзья! Прям в дырень пролетел! Прям это было круто, ребята! Это 58 респавном, что это было? Ребят, это был офигенно четкий уровень. Я надеюсь, вам понравилась серия. Поставьте сегодня лайк, подписывайтесь на все наши каналы. С вами сегодня были, как всегда, Кофи, Exile и Clans. Всем до скорой встречи и всем пока-пока! F9, Калининград, пока!